Всем привет, меня зовут Мария, и сегодня я решила сделать ролик, первый раз такого формата, в общем-то, обзор двух средств именно нанесениях на лицо и мои первые впечатления. Значит так, у меня фирма Hamish, это база 50 SPF Atlas Glow Base и Hamish Cushion, кому как нравится. Так, собственно, я их уже открыла. Выглядит это таким образом. В общем-то, базу я уже, если честно, попробовала несколько раз. Она хорошая. Сейчас будем смотреть, как она ложится на голое лицо. Кушончиком еще я не пользовалась. Он очень красивый. Посмотрите, какая, ну просто, не знаю, шикарно, да? Смотрите, какая красивая упаковочка. В общем, базой я уже пользовалась. Сейчас я буду ее наносить. Она с подсвечивающим эффектом, так сказать. То есть я не наносила, конечно, вот это средство, но сверху я закрывала своим обычным тональным кремом легким. И, конечно, эффект подсвечивания кожи изнутри присутствует. Так, как я это буду делать? В общем, мне такой формат непонятен. Я себе приготовила, на самом деле, зеркальце и буду, видимо, это делать перед зеркалом. А, знаете что, я сейчас еще поставлю зеркало, чтобы на него смотреться вот так вот. Да, мне будет удобней. В общем, выглядит это все дело вот таким образом. Вот фокусируется на руке. Он такой бело-розоватый. Если его размазать, то немножко как будто бы глянцево-блестящий, да? Такой вот. Ну, собственно, а что тут думать? Вот таким образом я его и размажу. В общем-то, на лицо. Лицо абсолютно голое, как есть, так сказать. Ну вот, видите, оно уже начинает, так сказать, поблескивать. Да. Не то чтобы блестеть, как жирное, да, а именно такое сияние. У меня спит там ребенок. В общем, вот так вот это выглядит. Немножко сразу, видите, оно такое с блеском. Вот прямо видно, да, как будто это хайлайтер какой-то нанесен. Но это база. Она SPF 50. Ну, знаете, для моей сухой кожи вот она абсолютно не липкая, не какая-то влажная. Запах очень приятный, я могу сказать. Так. Выглядит таким образом. Вот я ее попробовала в ролике распаковки, просто нажала, но на лицо не наносила. Здесь вот эта вот пленка, ну, собственно, это пленочка, которую я сняла, чтобы попробовать. Давайте смотреть. У меня тон 23. Сейчас я посмотрю, как это все дело перекрывается, ложится на кожу. Угу. Как цвет вообще? Вообще? Вот у меня тут какая-то была штука. Ничего себе, смотрите, как перекрывает. Я только прикоснулась, и уже ничего нет. Посмотрите, как здорово. Давайте я нанесу на одну часть. Поскольку он все равно, эти средства, они такие, типа биби, да, то их, конечно, лучше всего наносить такими прижимающими, прихлопывающими движениями, а не растирающими. Буду я его носить, конечно же, именно этой пуховочкой, потому что она, типа, родная. Почему бы ей и не нанести? Мне кажется, вообще, как вам, вот пол лица, и пол лица у меня, ну, давайте глаза закроем. Хотя, знаете что, я обычно на глаза никогда не наношу, не знаю почему, это я сейчас первый раз делала, но потому что мне не очень нравится, когда на веки. Ну вот смотрите, не люблю, когда на губах тональник. Мне кажется, села прямо вообще просто идеально. И поскольку я не люблю матовые, и знаете что? Круто. Вот жалко, я не взяла Миша BB-крем, потому что Миша, он просто 23 номер темно-серый, 21 светло-серый. А этот, как мне нравится, цвет прямо, знаете, живой и желтенький. Вы не обращайте внимания, что у меня здесь цвет тело намного, ну, типа, желтее. Это я сделала первый раз автозагар. Это я вам буду еще показывать, рассказывать. На Herb тоже я заказывала эту пенку с перчаткой. Кстати, сел очень хорошо. Прям здорово. Но я побоялась лицо мазать. В общем, так вчера его и не намазала. Поэтому лицо немножко посветлее, но это не важно.
Смотрите, как хорошо подошел реально цвет. Ну, все, ладно, я не буду это. Давайте следующую сторону посмотрим. Мне кажется, знаете что? Ну, во-первых, я и так не люблю эти какого консилеры. Но в данном случае тут даже консилера не нужно. Посмотрите, как он все закрыл идеально. И он не матовый, а вот именно, блин, мне вообще так нравится, что он красивый цвет, и он именно глянц, ну такой, знаете, glow. Я уж не знаю, то ли это база подсвечивает изнутри, то ли это сам такой кушончик немножечко влажный. Но выглядит real классно. Посмотрите, как хорошо, да? Просто свежа, молода, как майская роза. Опа! Ну, что тут скажете? Конечно, меня лампа засвечивает, я вообще не представляю, что это будет у меня на экране. Но мне кажется, что вообще даже вполне себе очень красиво. Ну, реально красиво. Это я, конечно, так долго делала. Просто я это все дело пробую. Но мой вердикт, конечно, давайте посмотрю я поближе в зеркало. И знаете, он так тоненько нанесся, просто вообще ничего не видно. Потому что обычно проблемные места, конечно, да, возле носа, у кого есть пушок, вот тут какой-то возле бровей обычно сидит. Опять же, мелкие морщинки у меня в любом случае уже присутствуют давным-давно. Тем более, что кожа сухая и не такая сеточка. У меня морщинок тоненьких, но их много, потому что, ну, из-за сухой тонкой кожи. Но, посмотрите, как... Ну, вообще прямо, прям вообще. Ну, так, я вот тут, знаете, глаз, я один глаз попудрила, второй нет. Вот так сделаю сейчас, чтобы уже два было глаза. Хотя я глаза не люблю делать, ну да ладно. Ну, такие вообще. Такое живенькое личико получилось. И главное, да, вы смотрите, как будто вот оно такое поблескивает. Мы сейчас, конечно, посмотрим, как оно. Он же все равно в любом случае должен еще немножко усесться. Но пока что я даже очень довольна. Что я сделаю дальше? Ну, я, наверное, какой-то уже вам и макияж нанесу, покажу. Почему бы и нет? Что-то наибыстрейший макияж. Вот это вот кушон этот вот сидит просто вообще отлично, мне кажется. Прям смотрите, как он. А? Как он вообще? Вот может поближе мне его? Это буду как муравей. Нет, цвет съедает все. Но мне кажется, вполне себе, да? Может, имеет место быть. Не, знаете, замечательно. Я им, конечно, еще попробую попользоваться. И уже скажу свои окончательные впечатления, потому что это я сейчас наносила его первый раз, плюс еще перед камерой. Вообще такого формата ролик я снимаю первый раз. Что уж там может получиться, я не знаю. Но мне как бы уже нравится на самом деле. И как он сидит. И цвет. Вот самое главное цвет. Я вам даже сделаю сводчи его и Миша 21-23 номер и покажу, скорее всего, на своем телеграм-канале такой обзор, чтобы вы поняли вообще суть цвета,
Короче, клево, мне нравится, мне все нравится. Все, всем пока, спасибо, что смотрели этот ролик. Все, всем пока, спасибо, что смотрели этот ролик. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и на ютуб-канал. Попробую, если кому-то понравится, ставьте лайки. Такого формата ролик, может быть, можно еще что-то снять в плане нанесения на лицо и показать, как это выглядит, какие-то косметические продукты. В общем, я буду думать и смотреть. Сейчас вообще на себя посмотрю. Все, значит так, вот таким образом еще раз показываю, это выглядит. Кому понравится, покупаем. Пока!